Здравствуйте, я Зундыл Ама, гороскоп Зурхай на телеканале АТВ. 13 марта, 19 лунный день, стихия неба, 4 зеленых МНГ. Благоприятен день людям года обезьяны, курицы, лошади. В этот день благоприятен для передачи учения, выполнения ритуалов, восхваления божеств, совершения определенных таинств, почитания хранителя очага, выполнения ритуалов, преодоления препятствий, проблем, вызванных действием негативных сил, сооружения священных объектов, завязывания дружбы и обретения друзей, для подписания соглашений, торговых дел, приготовления лекарства, благовония, закладки фундамента, чего следует избегать. Претензии, притязаний, ссор с кем-либо. Остерегайтесь головных болей. В Дацане проходит хурал Богаташу. Стрижка волос к встрече с хорошим человеком. И помните, если не видите, идите на гору. Если не понимаете, спросите у старшего. Ровные, как гладь океана, притягивающий взор, как женская красота, расширяющие пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307.